Эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал. С вами Маугли, и это, опять же, продолжение Dying Light. Основной сюжетной линии. Мы готовимся, еще раз напоминаю, к выходу дополнения The Following. В прошлый раз мы с вами сходили в аптеку, перебили там целую толпу гопников. В этом, кстати, нам помог старый дед. Старый дед, который вмешался, можно сказать, вторгся в нашу игру по сетевому режиму. Сейчас я уже все закрыл. Закрыл доступ для того, чтобы никто нам не мешал проходить. Хотя ребята, конечно, молодцы. Он мне, кстати, надавал кучу оружия. Я даже что-то взял из этого, но сильно не стал борзеть, потому что это будет нечестно немножко. И мы с вами нашли чертеж электротрубы и сделали вот такую вот электротрубу. То есть есть не только у нас электроудочка, но также еще есть электротруба. Держись, мой друг. Вы находитесь рядом с неактивной безопасной зоной. Попытайтесь ее занять. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем это сделать. Тихо. Спокойно. Че это ты кипишуешь, парень? Все нормально, все хорошо. Воу-воу-воу. Это что это у нас? Ха, ничего себе. Безопасная зона с зомбарями. Джейн, я приближаюсь к зоне выброса. Хорошо, найди укрытие, жди. Большая часть груза падает как раз в этой зоне. Давай, подходи, дружок. Подходи, я тебе надаю по голове. Надаю тебе тумаков. Электроразряд. Вот эта вещь. Так, этот друг у нас, по-моему, скопытился. Да, совершенно верно. И этот тоже. 16 баксов, да, нехило. Мертвяки с собой носят деньги. Ладно, здорово. Статуэтка. Фигурка зомби. Мы можем активировать световую ловушку, которая находится здесь. Так, у нас еще, по-моему, зомбари здесь есть. Не понял, где эти... А, они, наверное, наверху стоят. Сейчас сходим, их уничтожим. Нам нужно эту зону все-таки действительно сделать безопасной. Ведь так? О, привет! Как поживаете? Все ли хорошо? Хорошо ли вас кормят здесь? Все ли нормально? Условия как? Но, сволочь! Это мне напоминает что-то... Mortal Kombat, когда там есть такие суперудары, типа переломов каких-то там случается. Прямо во время игры тоже рентген такой показывают. Активировать световую ловушку. В принципе, наверное, мы можем это сделать. Так, что это у нас здесь показывает? Во. Все, мы типа... А, вот, световая ловушка. Так, это мы с вами сейчас включили предохранитель. Безопасная зона разблокирована. Это прекрасно. У нас есть здесь световая ловушка, в принципе, можем попробовать ее активировать. Почему бы нет, раз нас настойчиво так просят это сделать. Давай, подтягивайся. К счастью, Крейна по физкультуре была пятерочка, и потому он вполне себе нормально так... Воу-воу-воу. Тихо. Вроде никого нет. Поэтому он легко может перепрыгивать туда-сюда. Так, нам надо было все-таки забраться, наверное, сюда. Давай, подтягивайся. Сейчас сиганем сюда. Давай, активируем ее уже, эту ловушку. Ну? А, вот она, похоже. Так. Ну и что? А, вот так вот. А, вот, все ясно. Прекрасно. Это здорово. Активировали световую ловушку для зомбарей. Что теперь? Что нам теперь? Сходите за воздушным грузом. Давай, собирайся сюда, друг мой. Любезный. А, сейчас залезем наверх, посмотрим, осмотримся. Что нам здесь приготовили? Вот, я вижу, да, знак, что типа должны туда сбросить. Она сказала вообще просто стой и жди. Сколько мы можем ждать? Сейчас посмотрим, что у нас с заданиями. Сходите. Так, большинство паркурщиков не в строю. Брэкен хочет, чтобы ты сходил за воздушным грузом. Окей. Сходите за воздушным грузом в район котловины. Ну, мы, в принципе, уже пришли сюда. Что, остается просто ждать или нам все-таки нужно идти вперед? Я что-то не понял. Прослушал немножко я речь нашей помощницы Джейд. Можно пока осмотреться. Здесь у нас спуска вниз нет никакого. Только мы вот сюда сейчас вылезем. Осторожно, главное, чтобы не свалиться. Тихо, тихо,
Тихо-тихо. Спокойно. Спокойно, друг мой. А, так, вот на эти мешки можно сигануть. В принципе, я только боюсь, как бы не поломать. В принципе, можем вот так спуститься сюда. Так, отлично. Мы на крышах. Пока что на крышах нас никто достать не может. Обнаружил ящик, вроде целый, посмотри, что там внутри. Давай, посмотрим, что же там внутри. Тихо. Оп, тихо. Не канает. О, оп. Ну-ка. О, отлично. Что же там внутри? А внутри у нас сигареты. Друг мой. И все. А, наверное, он имел в виду вот этот ящик. Так, как же мы сюда залезем? Тихо. Давай-ка, вон внизу уже, по-моему, друганы у нас идут за нами. Сразу просто слетаются, как мухи на варенье. Или на что-нибудь еще другое. О, ящик. Где же ты у нас? Так, у нас вот здесь вот есть такая корзина с матрасами. Бесполезно. И вот здесь, в принципе, можем тоже взломать. О! Что-то они так кряхтят, как будто они вообще рядом здесь находятся. В классике кто-то играл здесь. Бедные детишки. Вам уже сейчас не до игр. Газовая труба. Ладно, газовую трубу мы оставим. Воу, ничего себе здесь. Целый склад. Склад добра. Опачки. Это же у нас кто-то из паркурщиков. Fucking hell. Твою ж мать. Hope I don't end up like this, это пилот, да? Пилот, я, наверное, не закончу. Так, ну что, вот мы наверху. А где же этот самый хваленый ящик-то, который мы должны подобрать? Смотрите, там кто-то бегает. Вы видели, да? На карте кто-то бегает. Не понял. Тихо. Офигеть! Что это за тварь? А, это значит прыгун. Это значит зомбарь, который умеет прыгать. Блин, вот это да. Вот это да. Вот мы с ним и встретились. Так, где он? Упал? Сдох? Я надеюсь на это. Блин, это была неприятная встреча. Так, все, вроде... А, вот он, блин, ящик, а? Слона-то и не увидел. Давай, открывай, что у нас там? Я надеюсь, там не труп? О, пусто! Ну, конечно, пусто! Это, блин, ловушка какая-то. Самолет, чертов самолет, кинул нас! Ах ты, тварь! Ты это видел? К сожалению, они упали в другом месте, это рядом. Доберись до ящика раньше других... А, то есть... Другие выжившие, они охотятся за этими ящиками, конечно же, потому что это же ценный лут. Так, побежали, нам нужно торопиться. Нельзя тормозить. Давай. Вперед с песней. Так, нам нужно как-то подняться на этот мост. Как же мы это сделаем? Ума не приложу. Воу. Тихо. Ой, ты черт. Шум привлекает опасных мутантов. Вот этого-то я и боялся. Опасные мутанты нам ни к чему. Давай, ползи наверх. Вот, вижу трубу. Наверное, нам сюда дорога. Так, вроде опасными мутантами пока что не пахнет. Давай. Сможешь забраться наверх? Друг мой. Воу, сейчас точно они придут. Давай наверх. Ну, прыгай же. Цепляйся. О, есть. А, не знаю даже, стоит ли нам сейчас взломать эти ящики. В принципе, никакого таймера вроде нет. Так, вот я слышу, кто-то там кряхтит, и это явно опасный мутант, который умеет лазать. Давайте взломаем. О! Тихо, вон, видите, да? Он прыгает, он пытается сюда попасть. Он одет-то, он как человек. Эх ты, тварь.
Да, блин, кофе, конечно, ради кофе ломать столько отмычек, мне кажется, это непростительное удовольствие. Что ты нас? 16 баксов. Ну ладно, и на этом спасибо. Батарейки, батарейки. Давай, давай, забирайся уже на мост. Воу! Офигеть! Сколько ж вас тут? Ё-моё! И что я буду с вами делать? Что я буду с вами делать, друзья мои? Так, в автобус у меня вообще никакого резона нет спускаться. Все, они все, конечно, сейчас за мной будут бегать. Мы будем по машинам прыгать. Так, найдите ящик. В принципе, да, можно так достаточно легко перемещаться. Главное, чтобы за нами никто не бежал. Никакой супер навороченный зомбарь нас не нашел. Я точно видел, что он сбросил куда-то в районе моста. В принципе, по-моему, они сюда забраться никак не могут, я так полагаю. Сейчас глянем на карту. Где же у нас? А, вот. Вот у нас. А это что у нас? Случайная встреча. С кем? Что за случайная встреча? Возьмите антизин из первой партии груз. Нам сюда. Да, мы пойдем все-таки сначала сходим за антизином, потом, если что, сходим на случайную встречу со случайным человеком. Так, ребятки. Нам явно отсюда надо валить. О, это же наша... Джейд, люди Раиса нас опередили. Черт, слушай, не ввязывайся в драку. Найди второй груз, ищи его по дыму. Где дым, там рядом и ящик. Все, я понял. Случайная встреча. Может быть, сходим все-таки, посмотрим. Мы вроде как можем обойти здесь. Это было не на мосту. Говорит, ориентируйся. А, вот это, там какой-то бакс у нас показывается. Видимо, мы что-то можем там купить в этом месте. Давай посмотрим. Посмотрим, что это у нас такое. Так, у нас ящик не запертый, кстати. С бечевкой и с кофе. Вы можете создать новый предмет. Отлично, это радует. Так, где ты, друг мой? С кем я тут должен встретиться-то? А, вот у нас сидит. Вот сидит парень. А, вот мы с ним можем типа поменяться. Что у него есть? Простой короткий нож. А, денег у нас, конечно же, не хватает на все это. Разводный ключ, это все неинтересно. Вот силовой кабель, алкоголь мы у него купим. Бечевка, гвозди, все это вот это возьмем. Лут нам как раз понадобится. Оружие мы уже, наверное, сможем сами где-то раздобыть. Смотрите, мне подарили винтовку. Старый дед подарил мне винтовку, катану. Винтовка, которой нет, кстати, никаких патронов. Она нам пока что вообще бесполезна абсолютно. Опа, зомбарь стоит на балкончике. Как бы он говорит, ну давай, друг, приходи, пообщаемся. Воу, тихо, ребятки, тихо, я просто пробегаю с ним. О боже, запыхался. Голубчик, держись. Давай, нам нужно найти еще один груз. О, привет. Привет, красавица. Ну что, не нравится тебе во мне? Да, что им во мне не нравится? Я молодой, сильный парень. Тихо. Тихо. Что это за... Почему все потемнело? Почему все потемнело? Фу. Так, ладно. Вижу маркер, но не совсем понимаю, как туда добраться. Активировать световую ловушку. Так, она у нас на самом верху. Добираться туда... Наверное, смысл какой-то есть. Давайте активируем ее. Они вроде как сильно-то и никак не расходуются. То есть мы можем их активировать, да и пусть они себе горят спокойненько. Так ведь? Держись. Воу-воу-воу-воу-воу! Как ты мог так обступиться? Слушай, Крейн, я в тебя верил. Я думал, ты хороший паркурщик, а ты, оказывается... Еле-еле на ногах стоишь. Давай, прыгай. Да ёптарный, бывай. Блин, к нам уже пришел друг. Прости, дружище. Я реально не хотел. Ладно, попробуем еще разок. Нам все-таки нужно немножко отточить эти все навыки, потому что они нам жизненно важны. Блин. Для нашего выживания, для нашего прохождения.
Да ё-моё, блин. Ух, всю жизнь практически потерял. Что ж ты за кусок дерьма? Так, прости, дружище. Я тут мимо пробегаю просто. Крейн, солнце вот-вот зайдет. Пора возвращаться. Не понял, не понял. Я почти на месте, я успею. Нажмите R, чтобы использовать аптечку. Да, я успею, я должен дойти все-таки. Че, неужели? О, вы посмотрите, что это такое там. Какое-то электричество, река. Прекрасно. Привет, привет, дорогой. Так, бежим, бежим, не задерживаемся, нам нужно успеть. Видимо, что-то сейчас произойдет. У меня что-то нехорошее какое-то предчувствие насчет всего этого. Давай, 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 прыгай. О, я вижу красный дым, да. Я думал, это просто что-то, не знаю, кровавое зарево, а оказывается, это просто красный дым был. Так, давай, прыгай. О, вот он ящик. Вот он мой заветный ящик и куча зомбарей, кстати, то есть тоже обитает. Что, придется, наверное, с ними расправиться. Но, падла, тебе тоже на. Держи, держи, выхватила. Воу-воу-воу-воу, ты откуда у меня такой красивый появился? Ах ты, падла, 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 закончилась выносливость. Давай, добивай его. И еще по голове, и еще по голове, давай. Давай ты уже, говорит. Оружие неисправно, поэтому, говорит, ты не можешь его убить. Сдохнешь ты, нет? Давай, ремонтируй быстрее. О, отлично. Ну-ка, давай, все. Еще раз. Попытка номер 10. Вот так вот. Прицельное попадание. Что у нас с этим ящиком? Ну, надеюсь, полный. О, прекрасно. Это прекрасно. Антизин. Да, так ведь? Ну да, судя по контейнерам, это что-то связано с медициной. Крейн здесь. Я сейчас заберу груз с антизином. Хорошо, Крейн, теперь у тебя появится новое направление работы. Пора переключиться на Раиса. Слушай внимательно. Вполне возможно, что Раис наш человек. Так что если найдешь груз с антизином, уничтожь его. Ты что, с ума сошел? В смысле? Зачем? Это вынудит их на контакт с Раисом. Ты можешь пойти от имени Брекена, как посланник, так сказать. Но здесь есть люди, которые зависят от лекарства. Мы преследуем высшее благо, не забывай. Нифига себе. Вы что, сдурели, ребят? Эй! Блин, не надо, не уничтожай его! Что ж... Да нет, пожалуйста, Крейн, что ты делаешь? О, нет, боже мой! Что ты творишь? О, как ты мог, а? Слушай, я в тебе разочарован, а? Джейд, я возле груза. Антизина нет. Нет? Черт! Ладно. Ладно, возвращайся и будь осторожен. Монстры уже проснулись. Иди незаметно. Незаметно, говоришь? Похоже, он меня услышал. Ну-ка, ну-ка. Воу, нифига себе! Какая тварь! Ох ты! Так, ну что, все, валим. Ночью найдите прыгуна с помощью чувства выживания. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо, он за нами бежит уже. А, ты, черт побери. Так, 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 куда бежим-то? Я вообще ничего не вижу. Тихо, давай, врубай. Выпрыгивай. Я вообще потерялся, куда бежать. Просто я потерялся, куда бежать. Офигеть, сколько здесь монстров. Блин, ребят, нам не выжить. Нам просто не выжить. Давай, отстань от меня. Вернитесь назад в башню. Ладно, что ж, просто будем убегать. Нифига, сколько их там за мной гонится, а? Ты посмотри. Давай, используй аптечку. Используй аптечку твою, блин. О, нифига, сколько их здесь. Это ж просто офигеть. Беги, беги, Крейн, не останавливайся. У нас, по-моему, нет вообще никаких шансов. У нас просто нет шансов. Поднимайся. Там и монстры, там и прыгуны. Блин, скиплин. Так, все, отстань от меня. Не хочу с тобой на свидание идти. Ой, блин, они меня догоняют. Нифига, сколько их там. А, я даже боюсь смотреть назад. О, боже мой. Давай, наверх, подтягивайся быстрей. Фу, еще и во тьме все это делать. Куда ж ты полез-то, дорогой? Так, нам нужен точно, блин. Давай, прыгай. Прыгай и беги. О, господи ты, боже мой. Световая ловушка не активирована. Как мы справимся? Ах ты, тварь.
Так, давай сюда, запрыгивай. Запрыгивай. Так, вроде немножко подотстали, по-моему. Да, ночью монстры, вон они меня ищут, видите? Появились маркеры, которые говорят о том, что они меня ищут. Фу, по-моему, мы добрались. По-моему, мы добрались. Фу. Как у нас получилось, я вообще понятия не имею. О, господи. Да, я бы на твоем месте еще бы не так бы кряхтел. Очки ловкости и силы удваиваются ночью. Скрывшись от погони ночью, вы получите дополнительные очки ловкости. Чем дольше вы играете вне безопасной зоны, тем больше очков выживаемости вы получите. Погоня отстала. Фу. Ох. Ладно, мы справились. Крейн, как ты мог вообще? Как ты мог уничтожить эту партию антизина? Тут же реально люди умирают. А Раис, это же... Как он может быть нашим человеком, если по описаниям того мужика? Это просто какой-то изверг. Это чувак, который... ампутируют своим друзьям руки и ноги. Ладно, не будем никому светить в глаза. Что у нас здесь? А, у нас лифт. Поехали. О, ну да, я к такому не был готов. Good night, good luck, да? Слоган этой игры. Спокойной ночи. I made it in one piece. И удачи. Now I know how Brecken must have теперь понимаю, что почувствовал Брекен, когда сбежал той ночью. Это далеко не прогулка. Надо доложить ему ситуацию, сообщить, что антизин я достал, не сумел. Как же противно врать всем в башню, с другой стороны, BGM работает ради общего блага. Я надеюсь на это. Я надеюсь на это, что они не преследуют какой-то свой корыстный интерес, как, знаете, это бывает в фильмах про заговоры там и прочее. Поднимитесь на 19 этаж. Так, ну что, Тимурка, скажешь? Поздравляю, ты пережил ночь. Жалко только, что рейд не удался. Чувак, мне кажется, это вскроется. Рано или поздно они узнают, что я натворил, и потом мне будет просто конец. И все мои заслуги перед ними просто исчезнут в один момент. Так, что у нас есть? Что мы можем купить? Уровень ловкости у нас 4. В принципе, можем так. Захват у нас появился еще. Удар в прыжке. Сбивайте врагов с ног ударом в прыжке. С разбега. Нажмите пробел во время бега для прыжка, а затем в воздухе нажмите У. Да, мне кажется, вот это хорошая идея. Так, а давайте посмотрим, что еще у нас доступно. Скачок. Перепрыгивайте врагов. Для использования нажмите пробел, когда бежите к врагу. Вот это тоже классная штука. Но сбивать с ног, мне кажется, это будет сейчас более актуально. Так, ладно. Что у нас, кстати, с подкатом? Для скольжения нажмите С во время бега. Да. Надо немножко попрактиковаться в этом, потому что я что-то... Вроде навык там и выучили. Ну-ка давай. Не, он что-то почему-то не падает. Видимо, в безопасной зоне это не работает. Ребят, простите, мне реально жалко. Брекен, брось. Хоть нам и нужен антизин, но покупать его у Раиса... Это что, шутка такая? Да ради бога, давай я. Я не боюсь. Это исключено, мы это уже обсудили. Нет, не обсудили, это ты решил. Я пойду. Опачки. Ты это серьезно? Ну, этот Раис в лицо меня не знает. Чистый лист, верно? По-моему, хорошая идея. Опа, все вроде согласны. Оставьте нас, я хочу поговорить с Крейном наедине. Ох, ребята, простите, что я так подло поступил. Блин, мне реально очень стыдно. Ты уверен, что готов? Кто-то ведь должен пойти. Ладно, не возражаю, владение Раиса там. Просто узнай, сколько это стоит, и возвращайся живым. Окей. Договорились. Еще одно задание. Купите антизин у Раиса. То есть это следующее задание. Так, вот здесь у нас есть некоторые персонажи, с которыми мы можем пообщаться, да? Так, кто у нас здесь? Привет. Так, аэрозоль, жестянка. Давай возьмем все это. Это все пригодится нам. Денег уже больше не хватает. Давайте посмотрим, что мы можем продать. В принципе, у нас достаточно много всякого лута. Может быть, даже мы можем это использовать. Что можем продать? У нас, в принципе, разводной молоток. Молоток-гвоздодер давайте продадим, нафиг он нам нужен. Разводной ключ тоже продадим.
Великолепный сюрикен. Нет, это нам понадобится. Это мы будем бросать. Джаред, здорово, чувак. Альфи тебе ищет, он внизу в мастерской. Как скажешь. Ладно. Внизу так внизу. Поехали вниз. Так, сюда спускаемся. Так, а где Альфи? Альфи, Альфи в мастерской. Чтобы включить, выключить фонарь, это я умею делать. Все-таки нам придется, видимо, поехать на лифте, чтобы спуститься на нужный этаж. Купите антизин у Раиса. Мы еще с вами не сходили, кстати, под эстакаду. Нам нужно как-то переждать эту ночь. И сходить уже. Все, кончено. Задание провалено из-за моих нанимателей. Теперь Брекен в таком отчаянии, что готов даже на сделку с дьяволом или с Раисом. А раз моя задача выяснить, не Раис ли похитил секретный документ VGM, то это прекрасные новости. Я надеюсь, Крейн, ты прав. Я очень на это надеюсь. Познакомьтесь с Раисом. Раиса Ивановна, да, у нас, значит. Так, с кем мне нужно было пообщаться? С тобой? Вот это похоже на мастерскую. Да, Альфи. Ты Альфи? Да, это я. Электрика, текущий ремонт, что тебе сломается. Все по моей части. Я рад тебя видеть, я как раз собирался звать тебя. А в чем дело? Ну, есть две хорошие, две новости. Хорошая и плохая. Хорошая, ты починил свет в районе котловины. Ну а плохая, из-за этого вырубилась сеть у эстакады. Там сейчас темнее, чем у тебя в кармане. То есть надо снова все включить? Там две подстанции. Щелк-щелк. Включаешь? Начинай с любой. Потом врубаешь автомат на главной станции, и огни зажгутся. Как на новогодней елке. Думаю, справлюсь. Конечно, справишься. Любой бы справился, но есть загвоздка. Из-за темноты это место обрывали прыгуны. После захода солнца они собираются там толпами. И я поставил ловушку. Она уже налажена и готова к работе. Если доберешь туда в темноте и восстановишь энергосбережение, мы всех поджарим. Оооо, что-то мне не нравится это задание. В темноте это же чертова рулетка. Именно, поэтому никто не вызвался на это дело. Но я думаю, ты покрепче наших ребят. Тебе это по зубам. Так мне показалось. Скажем так, я хочу помочь. Именно. Доброе намерение, да? Надеюсь, тебе хватит духу, иначе долго не протянешь. Воу. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Нам еще добавили перцу. Хотя, ну придется идти ночью. Однозначно придется идти ночью. Давайте посмотрим, что у нас с заданиями. У нас задание есть. Следующее, по договору с Раисом, это основное задание. Вот День Матери и напряжение. В принципе, они все вместе там рядом находятся. Юбилейный тоннель. А, это все, это не то. Угу. Ну что ж, давайте пойдем. Только я не знаю, как мы в темноте будем искать этого чувака, как там, Гази, или как его зовут? А, что мы можем еще сделать? Сходить к кладовщику? Крейн, ты меня слышишь? Джейд? Джейд, да, на связи, что-то не так? Нет, просто, Крейн. Ты поступаешь очень храбро. Знаю, ты хочешь скупить свою вину, ведь Амир умер, спасая тебя. Давай возьмем короткий нож. У меня нет другого выхода. Если не забрать антизин у Раиса, погибнут люди. Чувак, если бы ты не жёг этот груз, то люди точно бы не погибли. Да, ты прав. Встретила Амира сразу после вспышки. Мы были вместе недолго, но он был лучше всех, кого я знала. Я хочу, чтобы ты знал. Я не виню тебя. Амир осознавал риск. Крейн, я ценю то, что ты делаешь для нас. Я... Джейд. Поговорим, когда я вернусь с антизином, ладно? Да, постарайся уцелеть. Говорит, попробуй вернуться одним куском. Перевели они немножко по-другому. Говорит, постарайся уцелеть. Она сказала, давай, возвращайся одним куском. Одним куском дерьма, да, она хотела сказать. У нас появились новые, по-моему, какие-то навыки. Мы можем их потратить, да. Уровень выживаемости. Что у нас здесь есть?
Упаковщик это уже было, потом сюрикены с особым эффектом. Научитесь создавать сюрикены с тремя дополнительными эффектами. Замораживающим, горящим и взрывным. Блин. Это ж Mortal Kombat, чертов. Бартер. Научитесь лучше торговаться, цены в магазинах ниже на 10%. Или увеличить количество ячеек в инвентаре. Что выберем? Давайте сюрикены с особым эффектом. Это всегда полезно. Чертежи. Мы можем, по-моему, создать какой-то новый предмет. Вот это зажигалочка. Разве не классно иметь карманную паяльную лампу? Это просто потрясающе. Это просто офигенно. Карманная паяльная лампа. Давайте ее создадим. Короткий нож у нас есть. Посмотрим, что это даст. Теперь у нас есть паяльная лампа. Будем поджигать чертовых зомбарей. Вы выучили сборку предметов взрывные сюрикены. Где? Ну-ка. Вот сюрикены, горящие сюрикены. Взрывные сюрикены. Нужны химикаты. У нас нету химикатов. А вот здесь мы можем, в принципе, насоздавать еще немножко сюрикенов обычных. Давайте сделаем. Попробуем ими покидаться сейчас. Так. Еще один можем сделать. Коктейль Молотова. Офигеть, коктейль Молотова, это очень круто. Аптечки мы можем, кстати, давайте сделаем аптечек, потому что нам это пригодится. Нам это реально пригодится. Окей. Еще? В принципе, да, мы можем еще сделать. Давайте сделаем еще аптечек. У нас задание очень сложное предстоит. Не хочется облажаться. Усилитель скорости. Так, этого всего у нас нет. Вот коктейль Молотова давайте сделаем. Попробуем им покидаться. И что, по-моему, и все, да? Все, больше мы ничего сделать не можем. Еще можем отмычку сделать. Давайте сделаем одну отмычку и, может быть, даже еще одну аптеку. Если хватит у нас. Да. Все. Готово. Все, больше мы ничего сделать не можем. Доберитесь до сброшенного груза как можно скорее, опередив людей рейса. Нет, погоди. Погоди, мы это уже делали. Так, вот у нас катана есть, у нас есть лук. Лук, кстати. Без стрел. Труба, электротруба. Так, вроде пока к нам никто не идет. А, сейчас мы с вами попробуем сделать что? У нас, по-моему, было... Мы же сделали с вами... Мы с вами сделали... Короткий нож, паяльная лампа, да? Трубу, значит, убираем. Ультрафиолетовый фонарь. Ладно, оставим пока. Оставим до лучших времен. Глянем, что у нас есть здесь. У нас есть ультрафиолетовый фонарь, кстати. Что он делает? Я что-то не понял. То ли он жгет этих самых зомбарей, то ли привлекает просто их внимание. Давайте поэкспериментируем сейчас. Ну-ка. Воу-воу-воу. Вы видели, кто там был? Там был какой-то мега-зомби. Вот это жесть. Вот это я сейчас чуть не напоролся, а. Ты же реально, он просто мог меня сейчас просто сожрать. Ой-ой-ой. Так, возвращаемся обратно. Что нам нужно сейчас сделать? Давайте посмотрим наше задание. Много заданий. Договор с Рейсом. Все, так, познакомьтесь с Рейсом. Нам нужно просто, похоже, идти, да? Так, что это, время какое-то идет у нас? А, это просто время показывается. Найдите дом Гази и напряжение. Сейчас глянем просто на карту и посмотрим, где у нас дом Гази находится. Северная подстанция. Восточная подстанция. А это что у нас? Это груз. Погоди, а где Гази? Познакомиться с Раисом, это здесь. А Гази-то где у нас? Дом Гази, офигеть! То есть это не та эстакада, о которой я думал. Ладно, пошли тогда на подстанцию. Напряжение, да. Идем сюда. Так, давайте посмотрим, что у нас из оружия. Вот у нас есть такая паяльная лампа. Ну-ка, как она работает? А, то есть просто это горящий нож. Просто вот так вот горящий нож. Окей, ладно. Выглядит впечатляюще. У нас есть электротруба, у нас есть катана, кстати, еще. Катаной очень хорошо сносить головы. Пока что ограничимся электротрубой. Ладно, нам сюда. Сейчас сразу еще поменяем немножечко. Давайте сделаем сюрикен, наверное. Так, великолепный сюрикен или обычный? Наверное, обычный.
И там уже видно будет. Блин, я в темноте здесь вообще ничего не вижу. Как мы будем здесь это все проходить, я вообще ума не приложу. Так, вот внизу, вы видите, внизу там ходят злостные мутанты. И надо, чтобы они нас никак не обнаружили. Так, я надеюсь, они пройдут мимо сейчас. Один он как раз ходит под нами прям. Вон он идет, голубчик. Нет, нам нельзя шуметь. Нам нельзя шуметь вообще никак. Будем очень тихо проходить. Так, давайте глянем, что у нас здесь. Опа! What the shitting shit? Смотрите, он сидит, он нас заметил. Вон он сидит там. Блин. Блинский блин, проходи мимо, а. Проходи уже. Ах, тварь. Все, он нас заметил. Он нас заметил, твою ж налево. Убегаем, просто валим отсюда. Воу! Я просто не увидел. О, это жесть. Это просто твою налево жесть. Так, что у нас? Мы просто бежим, да? Мы просто скрываемся от них. Ладно, я думаю, что мы просто будем так пробегать. Тихо-тихо, выносливость, по-моему, кончилась у него. Так, а он еще показывает какой-то груз, который мы можем забрать. А вот у нас есть, смотрите, безопасная зона. Давайте попробуем ее активировать, потому что это нам пригодится. Безопасная зона — это всегда прекрасно. Это всегда полезно. Так, я вижу, вижу, вижу. Давай, 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 наверх. Залезай, друг мой. Зачистите зону и включите электричество. На, бабла. Все? Сдох. Сдох, подлец. Вот сейчас точно сдох. Так, по-моему, нас кто-то заметил. По-моему, нас заметили злостные мутанты. Оу, светает. По-моему, светает. Прекрасно. Может быть, они свалят отсюда. Пока что пойдем, наверное, позачищаем. Воу, еще один голубчик. Ну давай, поднимайся, что ж. Пообщаемся. Заходи на огонек. Так, здесь вроде гипермутантов нет у нас. Воу! Головушку. Головушку размозжили. Так, мы с вами выжили. О, ты что у меня ползешь, что ли, а? Друг мой, любезный, на тебе. Прости. Прости, пришлось оставить тебя без головы. Потерял голову. Все, да? Это разблокировано, по-моему. Мы не успели совершить это ночью. Груз отобрали. Груз отобрали. Мы не успели. Что теперь? Что теперь делать будем? Как мы сможем это пережить? Интересно, как-то можно перезапустить это задание? Мешочек взял. Так, это у нас что это? Трупачок. Вроде все, вот, вроде это и есть безопасная зона. У нас. Так, вот я вижу, нам что-то показывают. Показывают какой-то значок. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вы находитесь рядом с неактивной безопасной зоной. Ну да. Это я уже понял. Нам ее нужно как-то активировать. Я видел плакат, там вот написано было «Сейф». Значит, безопасно. Давай наверх поднимайся, сейчас глянем. В принципе, можно выключить уже фонарь. «Выжившие внутри» надпись. Так, ну я ее только что ее всю зачистил. Что им еще нужно от меня? Зачистите зону и включите электричество. А где же оно включается-то? Нам нужен какой-то щиток. Нет, явно не здесь. Спускаемся вниз. Какая-то... А, вот он, подстанция маленькая. Щиток. Запускай давай, колымагу. Безопасная зона разблокирована. Круто. О, да. Романтика. Что я вижу? Какие-то провода у нас повсюду там разбросаны.
По крайней мере, этих ночных охотников нет. И это уже радует. Сейчас мы пойдем с вами перезапускать подстанцию. Тихо. Какие-то серые... Серые какие-то треугольнички появились у нас. Опа, тихо. Ну-ка, отстань от меня. Отстань, подлинка. Ну, а тебе. Вот это было очень круто. Зеленый парень. Так, как мы его сейчас можем долбануть? Вот так вот просто его. На тебе. Фу, а что это он зеленый? Это что, Халк у нас? А, мы заперты в ловушке внутри. Помогите. Я на подстанции. Найди панель управления и поверни, выключи, как ты запустишь систему. Вас понял, сэр. Отмычка. Берем. Пригодится. О, аптека. Марля, нет, чтоб готовую уже аптечку дать мне, а? Запускай колымагу. Есть, сделано. Теперь хорошо, сделай то же самое на второй подстанции. А, в принципе, как дважды два. Что это у нас? Электроника. Старый телефон Nokia. Он выжил. Вы научились сборке электропилы. Электропила. Мы можем пилить здесь всех. Так, по-моему, кто-то жив. А, вот это ходит у нас здесь. Друзья, товарищи. Так, вот это электричество, я сюда не хочу попадать. Давай, наверх. Подстанция вторая у нас на приличном расстоянии находится. Сейчас придется туда добираться как-то. По-моему, это вот здесь мы как раз ночью-то и сваливали. От этой толпы кровожадных монстров. Давай, наверх. Сюда. Воу. О, ребят, привет. Давно не виделись. Сейчас мы вот здесь... Да, вот точно, мы точно здесь где-то сваливали. Я прям узнаю эти места. Я так бежал, давайте поэкспериментируем. Кстати, вот мы бежим, и вот так раз, и мы можем прокатываться. Прекрасно. Очень здорово. Так, обыщем, что у нас здесь в кассе есть. Банки-склянки. Холодильник пустой. Стоит. Ну ничего, со временем мы начнем очень хорошо ориентироваться. А я тем временем вижу... Красные треугольнички. А это значит... Конечно же, это значит, что здесь... Вражины! Тихо. Ну что, не связывайся со мной. Ну, ладно. Вот так вот. Эй, я здесь, в магазине. Я уж понял. Чувак, не кипишуй, все нормально. Сейчас я до тебя доберусь. Кто ты? О, привет. Привет, гопник. Что с тобой случилось? Что, откроешь мне, нет? Награда крестоносец. Ого, ничего себе, явно не стоило сюда лезть. Все, да? Ладно, ты здесь останешься в магазине, я так понял. Как ты сюда выберешься? Ну ладно, сиди здесь. В принципе, никакого другого задания нам не дают на тебя. Так, что у нас здесь? Угу. Кто-то ковры сушит. Оставили сушить ковры. Активировать световую ловушку. Воу, нифига себе. Нифига себе. Куда он свалился? Как снег на голову. Упал. Тем временем мы бежим к подстанции. Вот я, вот она, я вижу. Да, здесь написано, что выжившие внутри. Оба, Игорь, здесь, вот иди сюда, друг мой. Привет. Чего у тебя есть? Аэрозоль? Давай, покупим у тебя. Это все нам пригодится, это нам все чертовски будет полезно. А пока что продавать мы тебе ничего не будем. Все, спасибо. Спасибо, друг. Что у нас по станции-то? Мы, по-моему, ее пробежали. Так увлеклись, что пробежали. Вот так вот теперь мы умеем делать, кстати. Смотрите, прыгаем и вот так ногами. Прямо можем в лобешник, в зомбарю какого-нибудь зарядить. Я сейчас давайте попробуем это сделать. По-любому сейчас у нас появятся здесь какие-то непрошенные гости.